Вот этот сосед так жжет. Потеряевки и то сколько раз поджигали. В уставе принято только весной и летом. Это осенью, может, в тихую погоду. Ну и что все были предупреждены. Рядом вода стояла, когда выжигает. А теперь запретили совсем. А сосед что вот? Пьянки как тут? Жжет, вот сейчас живет в бане у себя, вот эта баня. Итак, вот наша елка. Сосед отстроился, они вместе с соседом. А у него так не достроено от крыши. Все лежит. Это мои голуби тут ходят. Это не вижу я. А вот они. А я тут как бы на карнизе сижу. Романова машина из Подмосковья. Это голуби мои белые. Вот интересная голубка дубоносая. Нос такой интересный. О, все садятся и садятся. А тут они у меня, я сижу как бы на карнизе, и голуби дикари тут же рядышком. Вот он. Это у нас дом, где молимся, соседи, красный дом. Сколько пожаров таких, не зря эти нормы приняты, что здесь нельзя. Вот сейчас вызову пожарные, они потушат. А что, они ничего больше не сделают? Он скажет, ну что тут, отговорился, а уже врага наживешь. Я несколько раз это делал. А тут нести 100 метров рядом мусор. Сделана яма специально. И оттуда экскаватор забирают. Весна. Сегодня 20 апреля 2017 года, четверг. И в Потеряевке почти меньше месяца осталось до дня деревни. Будет уже 26 лет, как начали строить. Удивительно быстро время течет. Вот так. А тут рядом, вон там через деревья, видать, портальные краны. Вот они стоят. И тут заводь заезжают. Большие баржи, уголь. Угольный склад разгружает. Щебень, песок. Машин там полно каждый день.